Школа кибербезопасности – региональный социальный проект. Его цель – информирование и просвещение учеников 6-8 классов об основах поведения в сети интернет. В рамках проекта был организован конкурс эссе «Невыдуманная история кибербезопасности». Его итоги подвели 21 сентября. На рассмотрение экспертов было предложено 25 работ из 11 школ Саранска. На торжественном награждении прозвучали слова о важности понимания основ безопасного пользования интернетом. Сегодня мы живем в эпоху компьютеризации. Стало быть, компьютеры все больше и больше занимают место в нашей жизни. Это данные, личные данные, какие-то пароли, секреты, которые мы не хотели бы кому-то показывать. Но, знаете, существуют люди, которые хотят эти секреты узнать. Чтобы этим людям противостоять, существует кибербезопасность. Также в этот день работала прямая телефонная линия по вопросам профилактики телефонных и киберпреступлений. Андрей Гаврилин, «Народные новости».